В минувшую пятницу около 3 часов дня на улице Красных Зорь произошло ДТП. Водитель пассажирского такси марки «Фиат», выезжая с второстепенной дороги, не уступил право приоритетного проезда автомобилю «Мерседес». К счастью, пассажиров в маршрутке не было, а участникам аварии медицинская помощь не потребовалась. В 16:00 в одном из отделений банка на проспекте Маркса снова выявили фальшивую купюру. На этот раз сомнительная банкнота номиналом 1000 рублей была обнаружена у индивидуального предпринимателя, который совершал взнос на свой счет. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли купюру на экспертизу с целью выявления возможного сбытчика. В 5 часов в сетевом супермаркете, расположенном на проспекте Маркса, сотрудники охраны задержали молодого человека, подозреваемого в краже. Им оказался уроженец города Белоусово, который ранее неоднократно судим. У задержанного в рюкзаке оказались 2 бутылки рома, оплачивать которые он, видимо, не собирался. Также действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения, на которой отчетливо видно, как житель Жуковского района быстро сложил выбранный товар в рюкзак, а затем пытался покинуть торговый зал. Теперь сотрудникам полиции, прибывшим на место ЧП, предстоит разобраться в подробностях случившегося. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания «Обнинск ТВ».